Ну что, учимся читать дорожные знаки. Страшный кирпич. Он с 6 вечера до 10 утра. Вот куда мы приехали. Йота не уволит. Ладно, поперли. Это целый какой-то тут написано природный комплекс. Неужели Поленов тут владел целым, так сказать, природным ландшафтом? Да не поверю. О, река Ака, 300 метров. Хрен проедешь. Ладно, смотрим. Я сюда хотел попасть, я сюда попал. Причем окольными путями, я вам скажу. Поехал вправо от Симферопольского шоссе, куда глаза глядят. И вот и приехал. Так, 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 аккуратно. Так, там уже у нас кирпич глухой. Здесь у нас... Ага, здесь у нас парковка. Что, дальше пешком, да? Ну ладно. У меня вообще слишком много имущества с собой сейчас для больших походов пешком. На парковке я бы ничего не оставлял. Потому что скрипка. Потому что... компьютер. Да, разлиновано тут все нехило. Так, встаем. Поджерик мощный я такой хотел купить на все свои последние кровные. Не купил. И правильно сделал. Блин, свихает не по-детски. Ну ладно, я тут не один стою. Если молния шандарахнет, видите, какой у него большой тут выбор, куда шандарахать. Не обязательно же в меня, правильно? Так, сейчас попробую йод переткнуть. И, может, мы с вами исходим. Посмотрим.